моему мнению, что это довольно как бы, субъективная информация, как бы правила особо для того, чтобы либо выполнять, для того, чтобы не выполнять. Поэтому моя позиция, что встречаться нужно по мере поступления вопросов. Если нужно будет чаще, можно и нужно будет встречаться раз в месяц. Помещения, где мы можем встречаться, их более чем предостаточно. На это деньги тратить не нужно. Есть люди, которые всегда нам готовы помогать. Поэтому первое, что подобные встречи должны проходить по мере поступления вопросов. Эти вопросы должны идти снизу вверх. Имеется в виду, что нам не навязывают точку зрения чью-то, а мы ее особо выполняем, там, мы сказали, да, мы поддерживаем вас. Для того, чтобы была дискуссия, мнение каждого должно учитываться в работе данного органа. Человек должен обосновать свою точку зрения. Многие вопросы, которые принимаются на сессии областного совета или городского совета, к сожалению, они не готовятся. Это по моему опыту. Все на двум, рассчитывается на авось. У меня есть теперь в последнее время, всегда все проверяют. Когда мне говорят, что из-за тебя касался вопрос сноса помещения на конном рынке, когда мне говорят, что из-за тебя весь город сидит без тепла, что ты здесь блокируешь, не даешь сносить этот магазин многодетной матери. Так вот я поехал на место, не поднялся, и разобрался. И для всех, и тогда стал, и сейчас скажу, что говорят, что без тепла, а труба, ребята, была холодная, вода. То есть о тепле это все миф. И авария, которая была на самом трубопроводе, таких аварий миллион. Вранье, выживание, желаемое, это действительно и так далее. И так во всем. Сколько провод, когда дают мне повод чем-то заняться. Вот в последнее время в школах раздавали, припоймал на факте, молоко просроченное, молоко в тетрапаках. Значит, первый вопрос, который буду поднимать и лично я как родитель, это касается питания в школах города и области. Значит, у меня сегодня в машине уже лежит ответ о деятельности коммунального предприятия комбината детского питания. Считаю, что недопустимо, когда молоко в тетрапак, которое производится в городе Винницы, тоже вопрос, привезли оттуда, срок изготовления 7 сентября, срок закончился 5 января, попадает первокласснику на обед или на ужин 23 января. Скажите, что это уже сходство, как минимум. И незнание того, что ты втуливаешь ребенку, я слово не попутал, именно втуливаешь. Это первое. Подобных случаев не должно быть, коли они есть, люди должны делать оргвыводы для себя, в первую очередь. Родители сами высказали мнение, что многим нашим детям дают молоко в этих тетрапаках. У меня большой вопрос, а если от него пользуются? Второе, то же самое касается сока. Это все для чего? Это все легко, как бы с точки зрения коммуникации, продажи и так далее. Но есть ли польза для детей здоровья? Этот вопрос мы должны обсуждать. Нужно эти продукты детям или не нужно? Одно пытание. Задавайте вопрос. Я уж, честно говоря, не знаю, какую я роль играл в том, что вы встретились. А мы с вами знакомы были. Нет. Я просто послушал вас внимательно сейчас. Я не был сегодня на пресс-конференции, к сожалению, по определенным обстоятельствам. Но я рад, что вы встретились с Набукой. И я просто не знаю, какая моя в данной ситуации произошла. Почему? Потому что на прошлом заседании в понедельник был Александр Чумак здесь присутствовал. Он ушел раньше до того, как вы выдвинули свою кандидатуру. Вечером мне позвонил Чумак и спросил, что, чем закончилось дело. Я сказал, что выдвинули Лесик. Он говорит, так у нас тоже есть кандидатура. Я говорю, давайте быстренько встречаться и договариваться. Так вы тоже их направили, да? Да. Спасибо. Я одного не услышал. Мне показалось по вашей речи, что вы договорились такие. Мы с ним смотрели. И слава Богу. От вас не прозвучала ключевая фраза. Я понимаю, что вы себя просто в понедельник бросили под кран. В том смысле, что от отчаяния видели, что кандидатур нет. К сожалению. И если их нет, то я уже тогда закрою амбразуру собой. Да? Это, так сказать, приветствуется. Судя по тому, что по той фразе, которую вы, так сказать, прозвучала, вы Эдуарда, скажем так, видите в качестве... То есть, но я не услышал другой фразы. Вы не снимаете, тем не менее, свою кандидатуру. Значит, из уважения к нам, я так понимаю. Значит, да, поскольку... Первое, пока вы не решите, это будет, знаете, как неэтично с моей стороны. Действительно, что мое решение... Ваше решение... Еще вопрос, понятно. Чтобы человек себя... То, что у нас сегодня на пресс-конференции, было считать, что более чем достойно будет. По существу. Расскажите. Если вы председатель общественной, как вам видится прямая обратная связь с госсоветом, как депутат? Видится ли она вообще? Значит, для чего создавалась громадская рада? Эта инициатива идет из города Киева, ее воплощал губернатор, реализовывал ее Зинченко.
каким образом он реализовал, мы как бы поняли, и замысел был похоронить это на самом корню. Моя позиция какая, что в ходе своей депутатской деятельности приходят такие вопросы острые. Я хочу, чтобы громадская рада, это был своего рода как источник информации, а я готов быть рупором того, чтобы доносить эти вопросы до любого уровня. Например, послезавтра приезжает премьер Азаров. Есть серьезный вопрос, когда действительно вмешивается, как бы люди, позиционирующие себя влиятельно. Ребята, говорю, когда, в чем мой девиз, фильм «Брат» видели, там часто говорили, сила в правде. Вот я за то, чтобы какая бы она ни была, но за правду. И иногда она бывает не совсем приятной. Поэтому нет для нас границ, нет кордонов. Любое решение, которое мы будем принимать, например, я не случайно стал про Лур-институт. Я познакомился с Лур-институту и с Мариной Ставничук, и с президентом Академии Меднаук. Это все буквально за месяц. И с фондом Рената Ахмедова. И с теми людьми, которые сейчас стали головою, там, не головой, народными депутатами. С десяток, как минимум, знаете, с теми, с которыми тесно общаемся. С разных политических фракций, с разными убеждениями. Но основная сила в том, что политические окраски – это всего лишь механизм. Самое важное, чтобы у нас было человеческое начало. Человеческое начало в том плане, что мой девиз, когда можешь, помоги, меньше тебя не будет. Под давки играть имеется в виду, чтобы здесь понебраться, вот ты мой товарищ и так далее. Вот на ярком примере скажу, зная Сергея Петровича, мы до этого хорошо общались, когда у нас возник конфликт, мы с вами сопротивлялись, боролись. Поэтому нельзя сказать, что мы друзья, и давай друг другу подтвердить. Я оставил интересы свои, вы оставили свои, и мы каждый по-своему прав. Поэтому, если я не прав, в чем-то, готов спорить и готов уважать мнение человека, который задает вопрос или говорит, уважаю тогда, когда есть другое мнение. К сожалению, в последнее время есть мнение только одно, а все остальные как бы это самое. Поэтому моя позиция какая, что эра, когда люди перестали доверять, да, прошло. Со своей стороны скажу, что коль так случилось, значит, ваша тут роль, будь здоров, поняли? В том, что мы встретились. Значит, это была спланированная встреча. Это я всего лишь. Это супер. Супер. Поэтому моя какая была задача здесь. Когда я выставлю свою, должен был подорваться кто-то здесь один. И сказать, я буду головой. На тот момент я уже готов был поддерживать человека, который достойный был бы. Ну и главное, чтобы он был самодостаточный. Я понимал, что он может любую дверь с ноги открыть, если это нужно. Если это в интересах громады. И основной тезис, что ничего нет невозможного. Нужно всегда верить в результат, верить в победу. А когда цель правильная, повторюсь, тебе будут встречаться люди, случай, обстоятельства. Вот познакомился с Черновым, раз. Случай, вовремя сдали документы, два. Три, то, что там удалось это препятствовать на первом собрании. Но тогда мы эмоционально двигались, тогда не было ни настроения, ни желания. Просто когда увидел вот это вот... Андрей, прежде чем ты уйдешь, хотелось что сказать. Я не знаю, какое решение будет принято большинством, но мне кажется, учитывая, что такие мне звонки поступали после того, как мы собирались на этой неделе, власти очень хотят тебя видеть. У власти? Это не власть. Я сейчас отвечу. Да, я до конца. Я сейчас уже отвечу. Но вы же не знаете, что я хочу сказать. Поэтому я прошу тебя, я понял, в чем смысл, что Эдуарда ты предлагаешь в качестве руководителя. Но тем не менее, мне кажется, что тебе себя снимать не надо. Мы себя снимать не будем. Снимать твою кандидатуру не надо. Не надо. То есть мы-то решим, за кого голосовать. Да. Но снимать тебе себя не нужно. По-любому. Потому что ты ведешь активную политическую деятельность, и общественную, и четко политическую. Мне кажется, что пускай они продолжают видеть в тебе того реального амбициозного человека, а они боятся таких. Умные люди там не нужны. Но мы-то понимаем, для чего мы здесь собрались. Поэтому мне бы хотелось со своей стороны сказать тоже. Вспомним дедушку Ленина, когда он сказал, идея тогда обладает реальной силой, когда она владевает массой. Стоп, это главный принцип. Если мы с вами, да. Если мы с вами не определим одну четкую идею, вот вспоминать дедушку Ленина очень легко. Земля крестьянам, рабочим заводы, банки они себе оставят. Да, поэтому мне бы хотелось, чтобы мы четко, каждый будем заниматься в своих комитетах, но объединены должны быть мы одной целью.
человеческой, чтобы вот. Все люди жили по-человечески, но даже те люди, кто обычные, свою задницу подняли, тоже что-то делают. Заставить наше задание. Поэтому надо понять, что надо людям показать, чтобы они собрались и пошли вперед, потому что дальше уже жизнь вот так просто невозможно. То, что творится сейчас в той же раде. Смотришь, волна. Смешно. Мы себе не опустимся до этого уровня. Хочу сказать одно, что наше сотрудничество уже началось. Я сегодня сюда зашел, Эдуарда Новому встретил Александр Иванович, познакомил там. И итог какой? Андрей говорит, я же тебе свою программу вчера давал, ну да. Я своей машине там забыл. Я говорю, да мне с собой держи. Вот ваша программа. Задавайте вопрос. А теперь по поводу вашего предложения. Все мы были на установке сбора, и из присутствующих 133 человек, ну, фактически голосования распределялись следующим, ну, насколько я запомнил. 30 было против, 70 за. Я почему говорю? Есть простая математика. Если у нас будет два кандидата, это не проблема. Один идет на голову, другой идет на заместителя. Но должен быть один единый кандидат. Однозначно. Мы сегодня это на пресс-конференции четко сказали. Мы их заинтриговали. Скажем, то, что там был человек, который вроде бы, типа, ну, не буду говорить этого лишнее. В любом случае, мы вчера, мы пол одиннадцатого встречаются просто там, вечером. Я думаю, что нет. В обед мы дарились, я поехал сразу к Львовичу. Александр Львович говорит, Андрей, пускай придет, докажет, что он лучше. Я приветствую твою. Но я, основное что? Я действительно знаю, что здесь, в этом органе, нужно работать с утра до ночи. Нужно этому уделять время. А пообщавшись с Эдуардом, я понял, что он к этому уже давно готовился. Он это хотел, планировал и так далее. У меня есть стратегические задачи, тактические задачи. Считаю, что в данном случае для нас это большая находка, для всех нас. На этом, смотрите, я свой спич, свое представление закончил. Но, как бы там ни было, приветствую Александра Львовича, что в любой момент мы обладаем большинством, мы любого голову, три счета, правильно? Мы снимем и другое. И точно. Поэтому, в два счета. Поэтому основной тезис какой? Первое, мы показываем, что мы сильные, раз. Когда ставим цель, мы ее обязательно достигаем. Кто хочет с нами связываться, милости просим, оставите свою точку зрения. Эдуард Набоков будет себя представлять, мне он уже себя более чем достойно представил. Я с вашего разрешения поеду на детское день рождения. А вы, я думаю, что позвоню потом, расскажете, как все прошло. И общее решение расскажет громада, большинство, потому что мое мнение, это мое мнение. А мне важно, чтобы это было мнение этих людей, которые заинтересованы. Ну, обещаю, что это решение очень хорошо. Обещаю. Сейчас мы определим, обещаю. Это Рейбетов. Первое все. Написал, запропоновал кандидатуру на Знематы, а второе написал, после Ленина, ну предложение ваше. Предложил кандидатуру не снимать, если это было все, все больше. А остальное это было так. Это так? А за цель это формально, ну снимем, не снимем, какая секунду. Разница? Секунду, призвать за цель, мысль здравая, давайте нормально сформулируем. А за цель вы имеете? Да. Не, ну это дальше уже... Нет, не дальше.